всем всего хорошего. Шутка. А мне нужно сделать полочки, да? В прошлой серии мы с вами построили портал в Татарстан. Вот он. Там безопасно более-менее. Теперь думаю сделать на втором этаже стол для зачарования. Почему-то у меня не растет. Почему не растет у меня тростник сахарный? О, тростник. Так, где мы делаем лестницу? Мы делаем лестницу вот здесь, потому что... Да? Получится сделать лестницу. Ой, не пугай меня, ладно. Лесенку. Я тут не поднимусь, если не вот здесь поставлю. И я и так не поднимусь, да? Проблема. Проблема. Значит, надо подъем начинать отсюда. Значит, сюда надо блок или полублок, что-нибудь такое. Не так поставил. Не так, говорю, поставил. Ну, одумайся. В принципе... Вот сюда полублок. И все равно, да какого черта? Тут только на шифте, да, можно пройти. Ладно, пускай на шифте. Пускай на шифте, но можно зато. Пускай. Так, теперь мне надо понять, как мне тут все это сделать. Вот тут, да, вот тут поставлю, значит, стол. Ага. Ну и теперь мне нужны, получается, полочки. Мы будем делать из того, что у нас есть. Из того, что у нас много. Да, баобаб? Но у нас полок-то много не получится. Всего 7. Но их еще надо как-нибудь расставить так, чтобы... Не получилось так, что я плох. Ну и одну сюда. Так, чё тут? Какой уровень? О, небесная кара. Тебя на что? Эффективность. Шелковое касание. Щит. Это надо. Это надо. Да, какой 25-й левел. Пойдет. Да, отлично. Теперь у нас кирка есть на шелковое касание. Так. А как бы красивенько сделать, чтобы оно смотрелось? Ну, сейчас я вам покажу, что я хочу сделать. И думаю, как это сделать. Чтобы это красиво смотрелось здесь. Поставить здесь забор. Решетку? Что поставить? Ступеньки? Лестницу?
Давай возьмем вот это и вот это, и пойдем посмотрим, как тут лучше это сделать. Во-первых, сюда надо факела запилить. Так что темно. Может здесь сделать вот так? И поставить тут... решетку. Или мне нужен темный дуб. Темный дуб, блин. Нужно найти, знаете что, седло. Седло можно сделать? Я не помню, вот можно ли сделать седло. Но если его можно сделать, я бы его сделал. Мне нужно найти... либо вернуться домой, обратно к себе. Либо найти дубы. Вот здесь есть, в принципе, дубы. Но, по-моему, мне нужны... кстати, вот здесь еще один... стоп, а здесь большой кусок, да? Да, в отличие от этого. Мне нужны вот... вот... сейчас я найду. Вот эти дубы, стенолесья. А темнолесья я по пути не встречал, да? Получается, что так. А до туда мне жесть, как долго добираться без седла. Что ж. Что я могу сказать? Ничего не могу сказать. Будем заниматься тем, что будем облагораживать территорию. У нас же серый забор, да? Да, серый. Сейчас мы, значит, возьмем баобаба, возьмем палки и будем крафтить забор. И будем думать, как оградить территорию. По вот этим деревьям, может быть, использовать не только забор, но еще и доски. Так, это все сюда. Топор. Он мне прям сейчас... я сейчас полностью его потрачу, или... или у меня еще останется? Я смогу сделать один более-менее топор. Или он сейчас не истратится? Не истратится.
Овечка, ты что тут меня бодаешь? Не бодай меня. Я использую этот топор, чтобы чуть-чуть подрезать это дерево, а тем топором срублю. Так. Вот так. Отлично. У нас тут дерево просто жопой жуй. С каждого с такого дерева у меня там стака 3. 4 бревен, да, будет? Это половинное только было. Сломанное, зажеванное. Вот тут у меня есть целая система пещер. Дождик? Что это? Почему? Туман? Вот этот кадр классный, красивый. Не совсем понимаю, что произошло, но типа, ну, ночь и все как-то странно. Непонятно. Все какое-то резко посеревшее стало. Горит, стоит. Сейчас все ништяк. Странно, что было, непонятно. Так, поехали. Может быть, я не буду тратить на это, кстати, всю серию. А наоборот, как раз таки вот это сделаю за кадром. А сейчас мы можем пойти искать еще деревню. Упс. Вернуть. Потому что, ну типа, мне пригодится еще одна деревня. Там много лута, в принципе. Ну, конечно, без верного зверя, который тебя понесет, будет тяжело. Тяжело. Возьмем с собой. Хорошо, сейчас, ладно. Ладно, сейчас подумаю. Сейчас подумаю. Мне пригодится что в дорогу? Мне пригодится, наверное, факела. Мне пригодится новая лопата. Топор. Меч. Отсюда мне что пригодится? Кровать. Причем красная будет стоять здесь. Ладно, давайте займемся этим. Мне нужна будет, что я сказал, топор, лопата, меч. От сломанных я просто избавлюсь, если что, вдруг мне лут нужен будет. Так, зельеварка. Кафедра. Так, ладно, тогда ждем захода солнца. И отправляемся вот в эту сторону. Вот сюда пойдем, потому что тут я смотрю. Там может быть пещера. Это шахта. Вот что там может быть. Что-то растет. Надеюсь, это не такая же маленькая меса. Что это? Мусор тоже какой-то. Тут растет. Чуть такое. Что за дерево такое? Джунипер. Джунипер.
Звучит странно, звучит Джунипер. Так, и где мне тут искать шахту? Кости. Да. Я-то думал, тут такая огромная площадь, а тут как бы вот все. Есть деревья в паутине, что ли? Это где? Это вот там. Пойдем тогда в ту сторону. Раз уж тут. Хотя вот здесь где-то может быть. Еще найдем что-нибудь. Сейчас посмотрим. Тут у нас. Да. Да, найдем, конечно. Сейчас мы тут все найдем. Абсолютно все. Вот. Звук страшный был. О, ну тут, слушай, золота много зато. Золото, оно как бы не пригодится нам особо. Так, вот здесь можно поглядеть. Или здесь. Вот лучше здесь посмотрю. Пониже будет. Ну тут темно, конечно, пипец. Там дальше обычные, что ли, идут уже. Ну, обычно я не пойду, не. Нет, тут, походу, нету ничего, ребята. Походу, тут ничего нету. Пустота, просто пустота. Это грустно. Да. Куча золота есть. Ну и чё мне от этой кучи золота? Ой, спустился ниже. Ну давайте добудем, чё. Тут уж прям залежи такие. Ну и типа и всё, чё. Тут больше ничего нету. Сюда можно чисто за керамикой ходить. Это же керамика. Терракота, что это? Короче, что-то такое. Но факт в том, что нет тут шахты никакой. А мне очень хотелось шахту. Да. Чего, блин? Темнота. Вот лошади, кстати, стоят. Там вон есть лагерь какой-то. Еще одна лошадь. Кстати, я заметил, очень часто вот эти вот биомы рядом с какими-то еловыми, что ли, что-то с пандой тут происходит. Привет, панда. Как твои дела? О, катается. Жестко. Вот сколько у нас есть? У нас есть одна белая вишня, да? А это у нас похоже на розовую. Какая разница? Просто вишня. Вот. Да, саженец розовый. Все, у нас по одному есть, можно и в принципе дальше идти, наверное. Докуда мы дойдем, если пойдем просто прямо? Ну, если мы найдем седло, мы и обратно быстрее, кстати, доберемся.
О, ух ты. Что за деревья такие? Это... Вот это... Странно. Не прогружается. Слишком далеко. Вот с этой стороны гора покруче будет. Но все равно тут можно более-менее спуститься и не получить урона. Ну, я получил, конечно. Но это я. Типа, кому? Чё у меня с киркой? Чё с киркой? Просто фиолетовая. Ну ладно. Что это такое? Что это? Че это бьем такой? Просто все усеяно. Хрена себе. Ничего не видно, наверное. Специально. А я знаю такие места. Да, из реальной жизни. Типа там вообще все усеяно прям вот этим вот. Вот тут был бы каньон, я бы мог в него упасть. Вон фиолетовое дерево стоит. Хорошо, что я не в реальной жизни сюда попал, а в Майнкрафте, потому что в таких местах обычно очень много живности всякой разной. Интересное дерево, я тебя заберу. Жакарандовое бревно. Кто? Чё? Жакарандовое. Лаванда. А, вот. Лавандовое, понял. Это что такое? Что за цветок? Розовый гибискус. Заберем. Так, мне нужен саженец. Дай саженец. Дашь мне саженец? Да, дашь. Наверху валяется. Вижу. Да? Да. А, давай. Что выкинуть? Вот это выкину. Ну,
Ну чё, ого. Во-первых, тут каньон. А во-вторых, тут забавно сделано. Обрезано вот так. Просто так. Кат. Что ж, мы будем сегодня спать и любоваться закатом. Или не будем.